Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха. Свободный художник Александр, зажиточный директор Роберт и романтический страховщик Денис. А невеста у нас Валерия. Давайте знакомиться. Я пришла встретить достойного и доброго мужчину. Моя сестра Карина и подруга Галина помогут мне в этом. Валерия, 27 лет. Жених отругал ее за покупку дорогой сумочки, и она вернула ему кольцо за 2 недели до свадьбы. Валерия, владелица мебельной компании, предупреждает, что иногда забывает отключить командирские интонации дома. Никогда не станет встречаться с мужчиной, который только что расстался с другой. Мечтает о такой же семье, как у ее родителей. Валерия ищет мужчину с мягким характером и с отдельной жилплощадью. Считает, что у супругов должны быть раздельные денежные накопления и выйдет замуж за того, кто будет дарить ей подарки. Очень по-восточному, кто будет дарить подарки, правильно? Правильно же? А еще что правильно в гороскопе нашей невесты? Я думаю, что дело, конечно, не в подарках. Девушки такого типа, как наша Валерия, в 20 лет, такие огненные, я имею в виду, живут по принципу: «Эй, мужчины, докажите, что здесь есть кто-нибудь достойный меня». Если они плохо себя ведут, вызывающие, разбрасываются этими самыми мужчинами, то к 40 годам они доходят до совершенно другого девиза. «Эй, ну есть здесь хоть кто-нибудь? Ну, пожалуйста». Вот поскольку Валерия у нас ровно посередине сейчас, между 20 годами и 40 годами, мне кажется, что самое время задуматься о себе серьезно и просто нормально спросить весь мужской пол. И спросить саму себя, достойна ли я мужчин? Кто достоин меня по-настоящему? Какие качества я хочу увидеть? Мне кажется, что вот на нашу программу она пришла именно за этим. Спасибо. Прежде чем к тебе обратиться, Галина, а что это вы так головкой в несогласии покачали? Ну, мне, во-первых, не понравилось то, что сказали, что у Валерии посередине от 20 до 40, у нас Валерия моложе, чем 30 лет. Ей 27 лет, примерно посередине Валерии, примерно. Видишь, как подружки-то пришли. Не в ту сторону. Я смотрю, в отличие от вас, у Розы не такие радужные, между прочим, надежды на вашу подружку и сестру. Да, типичный пример Ларисы, женщины-карьеристки. Согласна с Василисой. Ну, ты видишь, она девушка-карьеристка. Бизнес-леди такая, офисная леди. К 40 годам перестает зарабатывать, потому что все заработано, остается только для себя ребеночка завести. Ну, не знаю сегодня, как будем убеждать. Хотя вы ищете мужчину по тем подаркам, даже по качеству подаркам, которые он вам будет дарить. А вот насколько вы сами подарок-то? Это что, разбираться надо. Валерий, неужто правда из-за сумочки свадьбу отменили? Ну, дело не в сумочке было, безусловно. Не, ну из-за сумочки это несерьезно. Если сегодня из-за сумочки ушла, и завтра это будет... Мерседес? Хотя кто знает. Ну, тогда объясните всем, чтобы поняли. В двух словах, что за ситуация была? Вы работаете, вы зарабатываете, вы владелец какого-то бизнеса. Да. И вот у вас появился мужчина, с которым была любовь. Нет, морковь, это и собрались было задолго жениться. До того, когда у меня появился мой бизнес. Ну, как незадолго. Я еще как бы тогда была просто на руководящей должности в крупной компании. Ну, не зависели от кошелька. Не зависела, я никогда не зависела от кошелька. Мужчина, я всегда как бы самодостаточная девушка. Все, что хочу, я себе могу позволить. Вот. Ну, просто так случилось, что я встретила, полюбила и как-то вот не обращала внимания на какие-то недостатки, что-то меня, может быть, не устраивало, но я все-таки решилась отдаться этому светлому чувству, поскольку и бабочки в животе, и вот такое возвышенное ощущение. У меня мама армянка, папа русский. А молодой человек был? Русским. Но это не имеет значения. Имеет еще какое, особенно все, что касается подарков, и каких подарков, конечно, имеет, поэтому я и спросила. Ну, просто дело все в том, что как бы у меня определенный уже достаток был, поэтому как бы, ну, это тоже не важно, но все равно обращаешь внимание. А что у вас-то с этой сумкой злосчастной? А сколько стоила сумка? Да дело не в сумке абсолютно, понимаете? Стоила что там, сколько она стоила-то? Да, стоила она, ну, $500 она стоила, это недорогая сумка.
Просто я хотела посмотреть, какова будет реакция человека. На свои деньги купили? На свои деньги, конечно. Короче, она его решила тестировать на предмет похода по маркетам, и он ей как компаньон не подошел. На что как бы мне просто ответил человек, что как бы, ну, дорого, и потом как-нибудь, знаешь, это ты ее приобретешь, может быть. И как бы, и слово за слово, ну, и как-то и получилась такая ситуация, что очень много он сказал того, что не нужно было, вот и я давайте разбираться. Она закатила ему истерику из-за сумки, что ли? Получается, видимо, что да. Вы покупали сумочку на свои деньги. Вы же с ним не жили общим кошельком? Не жили общим кошельком. Вот вы покупали себе сумку, ну и купили бы. Так я ее и купила. А зачем обсуждать? А почему нужно было обсуждать? Да. Какая ему разница, сколько стоит эта сумочка? Почему нужно мужчин вовлекать в наши лифчика, трусовые, сумочные истории? Это зачем? Ларис, тут есть другой вопрос. Сколько к тому моменту времени, когда шло до сумки, вы ходили по супермаркету или по вот этому магазину? Мы никогда не ходили по супермаркетам. Я заподозрила человека в скупости. Ну, жадный. Ага. Да. И я просто решила проверить, насколько человек искренне ко мне относится. Насколько он щедр. А вы были сколько с ним знакомы до того времени? Уже оставался месяц до нашей свадьбы. А вы были с ним всего вместе сколько? Всего полгода. Да. Скажите, а вы вообще, в принципе, способны признавать свои какие-то промахи? Безусловно, я могу признавать свои промахи и очень часто извиняюсь, если да, я вы не смотрите, права. Мужчины терпеть не могут, когда их грузят. Когда их грузят бабским. Ну какая ему разница? Это на будущее, не про это. Скупость проверяется совершенно в других делах. И вы из-за этой сумки закусили у дела и сказали, ах так, свадьбы не будет, да? Нет, не из-за сумки. А из-за чего? Тогда рассказывайте. Мне, походу, главное все материальное, вот, насколько я понимаю. А может быть, у него не было денег свободных, потому что он тратился на свадьбу? Ведь такое тоже бывает. А он тратился, кстати, да? Ведь он же свадьбу организовывал. Он организовывал свадьбу. Да, и платье вам купил, недешевое. Платье купила себе я сама. А, недешевое. Недешевое. Угу. Угу. Сейчас я так думаю, что он не зарабатывал сколько вы, он зарабатывал меньше. Я знаю, что он зарабатывал больше меня. Я думаю, что меньше. А он просто не хотел еще жениться. Нет, скорее всего, она просто решила, что он не для нее, и сказал повод какой-то порвать. Можно я ясность? Да. В общем, не в деньгах там дело совершенно. Лера не такой человек, чтобы за деньги цепляться. Ой-ой-ой. Все в том, что этот человек, он был совершенно не Лериного полета. Лера у нас энергичная, целеустремленная, она ни на что не посмотрит. Летал низко. И своей цели добьется. А он человек совершенно был не энергичный. Ну, даже вы понимаете, в что вот моментах... в животном мире есть кошки, есть собаки, да. Есть тигры, да? Вот. И он вы же совершенно... не возьмете котенка в дом, а потом не будете раздражаться, что как это он не превращается в тигра, вот в тигрицу. В том-то и дело. Понимаешь, она влюбилась в мужчину. Она влюбилась в него. Не в своего. Да. Так и что же она злилась? Всего... На себя нужно было злиться. То есть, получается, пока деньги есть, все прекрасно, как денег нет, то все, да? Да, жизнь полосатая. Какой, ну скажем, доход мужчины в месяц мы рассматриваем? Потому что вы, я прочитала, не меньше 500 тысяч, потому что вы неплохо зарабатываете. Месяц? Полмиллиона в месяц. Рассматриваем только такую зарплату. От полмиллиона, это правильно? Верно. Да. Вот. И кошельки у вас отдельные будут. Это как? Кошельки у нас не будут отдельно. Просто я не хочу зависеть от мужчины, да? Не хочу зависеть от мужчины, но тем при этом не менее... купи мне сумочку. Что за бред? А какая часть ваша будет? Ну, я считаю, что сколько человек заработал, столько он и положит в эту общую копилку. То есть мужчина кладет туда полмиллиона, вы кладете... Сколько заработаю? Бюджет должен быть у каждого свой, да? А тут она уже, говорит, в одну копилочку складывает. Слышь, ты учти это. Да. А тогда я не понимаю, каким образом кто у кого спрашивать будет. Идете в эту тумбочку, берете деньги, которые вам нужны. Тогда зачем раздельные? Это совместно называется, а не раздельные. А я и сказала, что это будет совместный бюджет. Нет, вы запутались, Валерия. Вы сейчас хотите одновременно сидеть на двух стульях. Вы хотите произвести хорошее впечатление, что вам вот это вот все земное абсолютно неинтересное. В то же время вы путаетесь в показаниях. Это неправильно. Вы должны определиться.
Вы должны определиться для себя. Либо мы сейчас рассуждаем о любви и говорим исключительно о любви, либо о жизни, как это правильно бывает. Я, например, поняла Лерину историю следующим образом, mm-hmm. что действительно она была влюблена в этого молодого человека, и она хотела увидеть именно такую же влюбленность с его стороны. И в этот момент, конечно же, никакие материальные моменты, которые она увидела по поводу той же самой сумочки, ей просто не хотелось видеть. Он должен был порадоваться, сказать, да, сюсенька моя, ты золото ты мое. Она великолепный сумочка. Человек, вот насколько я ее знаю, она не меркантильна, она очень справедлива, она очень нормально относится вообще к жизненным ситуациям. Хорошо, мы рассматриваем, да. Вы хорошо знаете, это ваша близкая подруга. А кто подарил ей духи и парфюмы, какой-то дезодорант? Это тот же все, да? Да, это тот же. Но это вообще кошмар, правда? Ну почему это кошмар? Они знакомы были полгода до свадьбы. Может быть, они к моменту дня рождения месяц были знакомы. А на день рождения при таких-то деньгах не такие. А, кстати, какие подарки ты хоть понимать-то это? Мы вообще мужчин рассматриваем за меньше полмиллиона или не рассматриваем? Стандартная зарплата менеджера 100 тысяч в месяц. Рассматриваем. Чего заявляем-то? Посмотрите, я не хочу просто, понимаете, обычного менеджера-продавца, потому что мне человек тот, который, в принципе, я рассматриваю мужчин, которому уже ближе 30 годам. Это руководящий должность, да, это он свой уже добиться так уже каких-то там продухи-то? Он вам подарил духи и мыло, или там дезодорант, или что-то, да. И вас это оскорбило. Вы ему вернули. Ну, духи тоже могут быть разными. Из них можно такие духи эксклюзивные, которых нигде нет, а которые стоят очень дорого. Я ему вернула все подарки, когда у нас расторглась свадьба. Угу. Я, поскольку как бы не хотела, чтобы... Чего ожидали от него? А какой подарок хотели бы на день рождения? Ну, я ожидала какого-то сюрприза просто. Дорогой телефон у меня Микалове, очень... Да? Да нет, у меня... Ну что вы, ну честное слово, ну что, я слепая, что ли, читать не умею? Я себе уже подарила. Она сама может купить. Намекала же она, сначала. Например, а он сделал... хотя бы подарил, и то. А он одна, сделал может, вид, что не понял. Он не понял, и я к этому времени уже купила сама себе, да. На себе такое впечатление, не человека ищет для жизни, а какой-то список готовых услуг, да? Да. Что будет присутствовать, что не будет присутствовать. Купила себе дорогой... Намекала на телефон. Намекала на телефон. Ну, если вы его любили, почему вас это так раздражало? Понимаете, любовь была по телефону, она была на расстоянии, все было воздушно. И по телефону каждый человек хочет казаться другим, несколько положительным, да, чем он есть, может быть, на самом деле. И когда ситуации складывались таким образом, меня просто повысили в течение наших отношений. И когда просто был период, когда мне нужно было вступить в должность, я очень много времени тратила на работу. И постоянно вот какие-то такие его качества проявлялись, как вот слабохарактерность. Он постоянно, отвлекал меня от работы. Я ему объясняла, говорю, давай... Смотрите, Валерий, вы допускаете, что все люди разные на земле, да? Безусловно. Есть сильные, есть слабые. Есть успешные, а есть неудачники. Ну вот я к этому просто хочу и привести, понимаете, что сумочка это была последняя капля, когда я уже поняла, что нет смысла продолжать и портить ему жизнь и себе калечить ее, потому что я хочу выйти один раз и навсегда замуж. Последняя капля сумочка? Да не понял. Да это шариковая ручка, наверное. И поэтому я решила, что я не хочу губить человеку жизнь. Я понимаю, что он страдал бы со мной, потому что им постоянно пришлось бы доказывать себе. Валерий, я очень рада за вас, что у вас все хорошо с материальным. Но поверьте мне, жить нужно все-таки с человеком. Иногда нужно закрывать глаза на слабости, мужские в частности, на какие-то его промахи. Не судите по себе. Мало того, что вы с ним были всего-то ничего, полгода. Вы так бежали паровозом, вы его быстро мерили по своим лекала, быстро примерили, где-то он не подходил. Нужно всю жизнь прожить с ним, чтобы потом понять, что я всю жизнь все давала ему шансы, а он все никак ни одним не воспользовался. Какие вы ему шансы давали? А вот машину покупали там за 1 300 000, а у него $200 не нашлось. Более того, сколько там минут он потратил, чтобы не деньги дать, а выяснять, откуда взять, да ведь?
Он вообще сделал вид, что он не услышал. А она его в страховку, например, вписала. Она все время хает и хает его. Хоть что-то она сделала, чтобы у человека возникло желание сделать какой-то подарок. Послушайте, ну представляете, я сегодня влюблюсь в мальчика-дворника. А потом буду вам говорить: девочки, ну вы же понимаете, что я к другой жизни привыкла. Вы же понимаете, что я к другим подаркам. А он мне на Новый год подарил одуванчик. Ну, бред какой-то. То, что вы сейчас говорите. Откуда, во-первых, вы знаете, что у него были деньги, те же $200 на машину. Пробить по базе можно. Да, как, по какой базе пробить? Там все было видно. У него была машина, он жил в квартире. Это человек, он мог купить подарок. Понимаете, подарок. Так вы от него денег хотели? Да нет, поверьте. Да, у него все упирается в материальное положение. Тут главное в такой разности их характеров, понимаете? Он очень был ревнивый человек, он ревновал ее. Ой, боже, только все, милая, только он... Карине, только давайте сейчас уже даже не про ревность. Даже к работе он ревновал, ее к ее продвижениям по службе. Он постоянно звонил ей, и понимаете, это когда-то чашу терпения, она закончилась. Давайте так, либо мы про ревность, девочки, и либо вот про его скупость. Ну вот понимаете, вы же говорите она про жизнь. Она полюбила урода, жадного ревнивца. Ну почему же, когда вы влюбляетесь в дворника, вы же влюбляетесь, у вас всего духа. Да вы с ума сошли, посмотрите на меня, о чем вы говорите. Все, хорошо, сегодня давайте уже будем, мальчишки уже томятся, хотят мы с вами быстренько знакомиться. Кого-то точно не будем рассматривать? Мужчину меньше 500, полмиллиона. Инфантильного мужчину. Какого? Mm-hmm. Инфантильного. Это как маменького сынка. А чей он должен быть? Соседский, что ли? Нет, ну я имею в виду человек, который никак не может выйти из детского возраста. Он ищет какую-то мамочку, чтобы она его нянчила. Это как о нем вы знаете? Заботилась. Ну, короче, щедрого ищем, ладно? Мне нужен, безусловно, щедрый мужчина, потому что я в любом случае... Валерий, тогда давайте о вас. Хорошо, потому что какой жених придет, неизвестно. А вот я хочу вам задать вопрос. Все у вас складывается, ситуация, вы влюбляетесь, парень хороший, вот подходит вот по всем делам, честно. Либо вы мне отвечаете честно, да. Либо... Да, все. И перед самой свадьбой выясняется, что у него проблема с работой, у него дикие долги, его подставили. Нужно отдать все ваши накопления, все его накопления, вот все, что есть на сегодняшний день. Мало того, свадьба отменяется, то есть вы расписываете, но свадьба отменяется, потому что если он не раздаст эти долги, у него будет просто беда. Угу. Вы готовы пожертвовать? Ситуация в следующем. Если этот человек занимал хорошую должность, да, просто обстоятельства, да, такие произошли, там, кризис или еще что-то произошло, ну, вот такие обстоятельства. Ну, человека лично... Да, не проигрался в карты. Да, он не какой-то халявщик, который ходит и всех деньги занимает. Нет. Тогда я помогу ему во всем, и мы, когда заработаем деньги, мы сыграем свадьбу, если захотим. Тогда да. Прёт. Ни за что не поверю, что не жалко свои деньги отдавать кому-то. Да не, она даст. Ой, я в растерянности, Ларис, не могу понять. Так, правда? Так нужны вам нормальная зарплата у мужа или не нужна? Ну, не помешало. Мне необходимо, потому что, в принципе, дорогие подарки. Вон там машин у вас дорогие достаточно. Так я все-таки ищу вам обеспеченного мужчину или не ищу? Безусловно. Ищем обеспеченного. Обеспеченного. Ну, слава ищем. Богу. Но она ищет себе мужчину или кошелек? Ой, девчонки, вы повисли между двумя мирами. А, к сожалению, это результат эмансипации женской. С одной стороны, каждый из нас хотел бы быть прекрасной воздушной волшебницей, чтобы мужчина любил за женственность, дарил подарки, ухаживал, заботился. С другой стороны, мы сейчас все кричим и требуем, уважаю во мне личность, я тоже бизнесмен, зарабатываю меньше, чем я, не звони мне, у меня совещание. Вот я вам все-таки советую выбирать путь второй, то есть путь женственности, какие бы успехи на работе ни были, постарайтесь быть с мужчиной милой и тихой, какую сумочку не принесет, слава богу, тогда будьте счастливы. Мужчина не должен ограничивать вашу свободу. Ничего не должен вам запрещать, потому что вы написали это в своей истории. Просто я не могу пока, но я сориентируюсь во время программы, за что вас мужчина должен полюбить. Мы подарок. Просто понимаете, вот вы тоже... Просто сами подарок. По себе подарок. Да. Подарок. Вы подарок же? Я подарок. Да ты далеко не подарок. На что вы ради мужчины подарок готовы? Что я готова ему подарить? Да. Я готова ему подарить все, что он захочет. Только и в первую очередь самому себя. Я думаю, что я себя сделала. У меня хорошее образование. У меня хороший достаток. Я считаю, что я буду самым главным и лучшим подарком для мужчины. Такую девушку, как я, очень сложно найти.
Хорошо. После рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Валерия. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Валерия. Спасибо. Ой, целовальщик. Проходите. И вслед оглянулся. Да, ковбой и еще целовальщик. Здравствуйте, Александр. С кем вы пришли? Это моя подруга Юля. Очень приятно. Разберемся, что за подруга. Давайте пока на вас посмотрим. Александр, 26 лет. Не работает, живет на сэкономленные средства. Пишет сценарий фильма, в котором планирует сыграть главную роль. Гордится тем, что за 3 года жизни в Италии приобрел европейский менталитет. Никогда не дарит женщинам цветы и не платит за них в кафе. Александр 2 месяца жил с девушкой и полностью обеспечивал ее. Но когда она села ему на шею, ретировался. Надеется, что Валерия не позарится на его кошелек. Луной в Скорпионе на вершине 2-го дома. Вообще люди такого типа никогда не бывают очень богатыми. Они пытаются быть практичными за счет того, что они свои финансовые дела хорошо пытаются организовать. Я обеспокоена тем, что у вас на текущий момент нет работы, пускай даже есть какие-то накопления, честно признаюсь, потому что есть у вас в гороскопе еще там квадраты, соединение Марса и Меркурия, которые говорят, иногда такой человек способен пуститься во все тяжкие, даже на какие-нибудь совсем правильные виды заработка пойти, если что-то случится с финансами. Поэтому я надеюсь, что он нам сейчас расскажет, как все-таки живет. А как тебе жених? Это не пижамная у вас футболка-то? Пижамная? Ну да. Нет. Не, ну так, ну ладно, это, слабо. Это уже... А то я думаю, надо же, жених прямо, ты так торопился, что не успел переодеться. Я так думаю, что эта маечка стоит дороже, чем то, что на тебе надето. Я пришел девушку. Очень хорошо, красивый, красивый, смотрите, самоуверенный. Ну, что, не работает, есть какие-то деньжата. Я могу еще вот так вот сделать, это что-то меняет, вот так. Да нет, я уже не подхожу. Все, да маечка плохая, прическа. Почему нет, не подходишь-то? Мне нравится, что ты себя подарком считаешь. Мы у нас вон тоже подарок. Два подарочка. Александр, а вы откуда приехали в Москву? Я с Украины. С Украины давно? 3 месяца. Я прожил 3 года в Милане, потом 10 месяцев. А вы в индустрии моды? Почему в Милане? Чем вы там занимались? Ну, всем по-разному. Вы модель? Немножко. Вы хотите снять фильм, в этом фильме сняться. А о чем будет этот фильм? Не только. Какой жанр? Не знаю. Ну, уже есть какая-то история у вас? Кто будет автор сценария? Сценарист я вообще. О чем фильм будет? Фильм будет о том, что... Вот, собственно, о том, что девушки пользуются халявой, да, вот. Я раньше, правда, платил за девушек, да, там все нормально. Сейчас я прихожу, я приглашаю девушку, прихожу с ней в ресторан, да, она там берет, заказывает себе суши, всякие штуки, потом мило улыбается. Приносят счет, как бы, да, я смотрю, и что там один он, и говорю, пожалуйста, принесите двойной. Да вообще, да? Это... Счет? Ну да, потому что денег у него нет. Девушки вот такие, я не знаю, девушки сразу же меняются, да, этих так смеялась, так все весело. А в ресторан было, она супер, вас вела, да? Или вы ее пригласили, а потом плати, дорогая? Пригласили это как? Это как будто, я не знаю, как будто это только мне надо, да? То есть, если только мне надо, мне не надо. Нет, хорошо, а если вы в театр девушку ведете за билет, она тоже выкладывает 1500 рублей? Обязательно. А поняла? Цветы? То есть вы цветы, она то цветы? То есть она цветы, только я ей должен дарить, она мне нет, да? Нет, ну смотрите, прямо вот мне интересна техника. В кассе вы покупаете билет, ведете. Вот... Я ни за кого платить не собираюсь и никому не дам платить за меня. Нет, мне интересно технически. Вот вы с ней выходите со спектакля или прямо перед спектаклем. Вы когда ей предлагаете расплачиваться? Ларис, ну просто ужасно. То есть вот как это происходит? Это вы уже говорите о отношениях, да? Отношения, это совсем другое. Я девушку пригласил, слушай, мне понравилась девушка, давай сходим куда-нибудь.
Это не означает, что я должен платить, извините. Теперь поняла. То есть зависит от стадии отношений. Во-первых, это свидание ничего собой не подразумевает. А подарки, о подарках, наверное, вообще речь не может быть. С одной стороны, девушки тоже, когда идут на первое свидание, они именно этим и пользуются. Да. Они ведут самое дорогое место, заказывают все самое дорогое. Да? Вы имеете право платить за себя, не платить. Вы имеете право найти женщину богатую, которая будет за вас платить и дарить вам подарки. Вот ровно какой вы сценарий жизни себе напишете, по такому вы можете и проживать свою единственную жизнь. Это ваше право. Мы просто, поскольку программа называется «Давай поженимся», пришла Валерия, которая обвиняет мужчин в скупости, да. И поэтому она не выйдет за скупого замуж никогда, и пришли вы со своей позиции. Вы считаете, что в Европе так. Каждый сам за себя до свадьбы. Я считаю, что, наверное, если... Вот ты ищешь себе парня или деньги ищешь вообще? Я ищу себе мужа. То есть ты говоришь, что ты обеспечена, да? Да. Ну, то есть в чем проблема? То есть мне тебе, нужен тебе свободный нужна, художник, тебе который чувства, будет лежать или... на диване и мечтать о небесных кренделях, о том, что вот пойдет дождь, я напьюсь, но не будет дождя, но значит буду ждать, а вдруг как бы супруга принесет, я напьюсь. Понимаете, мне нужен человек, который будет лидер в отношениях, который будет локомотивом. И я буду как жена поддерживать его, и мы вместе будем идти к этим целям. С одной стороны, ей нужен подчиненный, да, какой-то, который исполняет все желание. С другой стороны, лидер нужен. Непонятно. Может, и двух завести? Ты пропустила то, что я сказал, что я не буду платить ни за кого и за себя не позволю. Мне вообще деньги не нужны, честно. А почему? Я достаточно обеспечен. Как это не грудные, работаю? Я работаю. А вот достаточно деньги, обеспечен, это за счет чего? Может быть, вы получили наследство? Нет. Я родился в бедной семье, сам все заработал. 30 тысяч в месяц у вас, да? Здесь, в Москве, да, 2 месяца. А вы в Москве живете в съемной квартире или у подружки, или где-то у товарищей? Я у мамы живу. То есть мама работает, мама снимает квартиру, и вы живете у мамы? Я снимаю квартиру. Как это мама снимает квартиру? Вы платите за квартиру? Конечно. У меня есть деньги. У меня есть достаточно денег. То есть вы сами себя обеспечиваете, вы не только про это. Я сейчас пишу, я написал книгу, переписываю. Рабочая. Название какое? Я. Книга называется «Я». Угу. Скромно. Ну, и почему? Потому что вы считаете, что за 26 лет у вас есть достаточный опыт, чтобы поделиться с человечеством этим опытом. Да. Ну, не, ему нужна творческая какая-нибудь девушка. Вам нравится Валерия? Нет. Почему? Ну, она не мой тип. Я не знаю. Только поэтому? Или вам не нравятся ее взгляды на жизнь? Потому что Лариса маленький гонорар. Она вообще ничего не... Не надо. У нее нету жизненной позиции. Она бросила молодого парня из-за того, что он ей не купил сумочку. Как так? У вас тебе парень вообще нужен, не сумочка? У вас четкая жизненная позиция, да? У меня что четкая, вы, да. У меня очень четкая. Лежите на диване и описываете свою ничтожную жизнь. О том, как я пожил в Барселоне, в Милане. И теперь я... Вы просто прикрываетесь, что вы, мне кажется, платите за квартиру. Если бы я вы могли бы оплачивать квартиру, вы бы не жили с мамой, да? Да. Она же не знает, как работают творческие люди. Есть. Если вы все-таки влюбитесь в человека, важен ли вам будет достаток его? Если он даже будет получать 15 тысяч рублей, как многие ребята получают в Москве. Я не влюблюсь в того человека, который зарабатывает 15 тысяч рублей. Потому что в любом случае, это уже не тот человек, который мне нужен. Я не вижу таких людей, вы понимаете? Я не вижу таких людей рядом с собой. Потом ему завтра зарплату повысит, 300, она сразу влюбится. Она сразу, да, полюбит. Ну, что за чувство вообще? У вас не окончена архитектурная, да? Да. А почему не закончили? Я хочу в следующем году на режиссера поступать. Говорят все, что поздно, но я хочу. Нет, во-первых, не поздно на режиссера поступать. А какие книги вы читаете? Какой последний спектакль вы посмотрели? Честно, ни одного спектакля не посмотрел, потому что не нравится. А как тогда вы можете пойти в эту профессию? Хорошо, абсолютно свободно могу пойти. Мне разве кто-то запретит, что ли? Нет, никто не запретит. Я в шоке. У меня нет слов. Хорошо, спасибо вам огромное, Александр. Вы можете уже показать сюрприз, а мы посмотрим с большим, при большом удовольствием. Интересно, что он подарит-то? Наверное, какой-нибудь творческий стишок. Я, если честно, не понимаю вообще сюрпризы. Смысл сюрпризов. Произвести впечатление, порадовать. Девушка пришла выбрать парня, а не сюрприз. Ну да, да.
Он не просто ей не... Ну, передавит ходит ее уже. Девушка властна, а он хочет ее передавить. Вот и все. Я хочу возле себя личность какую-то видеть, да? Хорошо. А вы что из себя представляете? Вот как вы девушка говорит, личность? Я хочу, чтобы он стремился. Так. Дело в том, что все этого хотят, понимаете? Все, спасибо. Ждите в комнате и смотрите, и слушайте, сплетничайте. Спасибо. Разошелся. Да что там разошелся вообще? Да, слушаю вас, Галина и Карине. Вот подтверждение. Совершенно он не определился. Обвинил мою сестру в нечеткости жизненной позиции у самого. Хочу быть режиссером. Как называется ваш сценарий или сценаристом? Не знаю. Про что? На ходу выдумал. Пишу книгу. Какую? Первое слово, что придумал я. Не знаю. Человек вот подтверждение вообще... позиции Валерии. Не вы посмотрите, прям воочию. Просто зато, как красавчик какой. Да уж, конечно. Покрасивее тоже есть. Ей нужны либо деньги, либо ей... Да меня вообще она не интересует, если честно. Роза, а ты платишь за себя на первом свидании? Да. Я не. Понимаете, есть люди с позицией. Я хочу жить так. Меня устраивает 15 тысяч. Меня устраивает эта жизнь. Мне нравится писать сценарий. Но здесь не по одному пункту. Человек не раскрылся вообще. Василиса? Разозлил он меня страшно. И когда люди сюда приходят искренне искать невесту, по-настоящему действительно отстаивают свое мнение, я стараюсь всегда находить в человеке что-то хорошее. Но он настолько пустоголовый. Из-за... фразами, практически заученными, не стояло абсолютно ничего, двух слов связать не мог, мысли развивать эту не мог, поэтому мне сложно его как-то характеризовать. Еще что интересует, интересно? Ты пришел засветиться. Засветиться в чем? Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Новые встречи через несколько минут. Не пропустите. Давай поженимся. У нас в студии Валерия. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. Спасибо. 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 Смотри, какой пиджачок в галстучке. То есть такой солидный дяденька. Здравствуйте, Роберт. С кем вы пришли? Очаровательный. Олей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Роберт, 41 год. Директор металлообрабатывающей компании. Гордится, что сохранил дружеские отношения с бывшими женами. Мечтает построить второй дом и купить самолет. Предупреждает, если у жены все время будет болеть голова, он пойдет налево. Первая жена 6 лет пыталась вернуть Роберта. Вторая целый год уходила от него к другому мужчине. Надеется, что Валерия не будет метаться. Ну что ты скажешь о Роберте? Ну, вообще, большую проблему представляют те мужчины, которые в один и тот же момент хотят от женщины противоположных качеств. Вот, например, Роберт, он сначала на первом этапе отношений ждет от женщины, что она будет чувственная, сексуальная, будет максимально дарить ему свое обаяние, но потом, на втором этапе отношений, хочется, чтобы жена отошла в тенек, так не отсвечила, давала свободу, уже не держала за душу, ну... Вы не правы. Я могу сказать, что ваш гороскоп, а заодно и ваши истории, в которых мы разберемся, говорят именно подтверждая гороскоп. Вы армянин? Совершенно верно. Угу. Не татарин. Извиняйте, Роза. А у нас невеста нет, не татарка. Вот, поэтому поднапрягитесь. Ну да. А чего? Человек состоятельный, уже, как говорится, в возрасте, с опытом. Вот. Вот единственное, что меня смущает, вот эти хождения налево. Но, в принципе, даже не смущает, я не переживаю. Вы, Валерий, как? Главное, чтобы голова при этом не болела. Не болела. Да. У себя на работе это, кажется, так это. Мне кажется, от мужчины зависит, насколько часто как болит у женщины голова. Как у вас с мигренями вообще? Нет, есть анекдот такой, знаете, когда муж приходит... Да я в курсе. Да, говорит, подожди, таблеточку, не перебивай. Говорит, жена, принес тебе от головы. Она говорит, ты что, ненормальная, у меня голова не болит. Ну, слава богу, сегодня не болит, значит, займемся сексом.
Ой, Роберт, Роберт, знаю я вашего брата, но вы даже себе не представляете, как. Да, вы что, серьезно? Конечно, конечно. У них два, один младший, другой старший. Кого из них знаете? Говорит, младшего брата знаешь. Хорошо, вы уже почти друзья. Вы были женат. Да. У вас есть сын. Да, сколько ему? О, паньки. И сын, и дочь от одной женщины? Нет, от разных. У обеих головы болели? Ну, когда как. А сколько дней, кстати, у жены должно болеть, вот минимально голова, чтобы вы не пошли налево? На дню. Недели. Так, у тебя, значит, голова болит? Ну ладно, я пойду, значит, погуляю. Роберт, вы смотрите, перед вами сидит Валерия. Да. Нравится? 26 хорошая лет, девочка, да. 27. Подарки дарить будете? Я сам как подарок, лучший подарок. Вы второй подарок принесли. Третий. Я сделаю. Они еще должны поспорить, кто из них лучший подарок. Роберт, а 500 000 в месяц зарабатываем? Потому что мы не рассматриваем даже. Вот я хотел задать. Это 500 000 критерия? А если меньше чуть? Нет. В год? Здрасте, в год. Тоже мне в месяц. Нет. А если в неделю 500 000, это устраивать ей? Ну да, и меня тоже устраивает, потому что процент неплохие. Ходит от ответа. Хитрый. Вы обещали, что ваши бывшие жены, с которыми вы, как утверждаете, в прекрасных отношениях, будут вашими сватями на программе. Почему не пришли-то? Ну, у меня, понимаете, есть такое понятие. У женщин хорошие, все хороши. У меня хорошие отношения. Но человека, если когда трогаешь, да, ну, вдруг у них возникнут опять какие-то чувства. Мне хотелось. Скажите, а что помогло сохранить хорошие отношения? Приличные алименты? Или нет. Что? Любовь. Мое хорошее отношение. Ну ладно, вот мне, знаете, про которых... Которые пришли? Нет. Послушайте, от которых вы уходили, мне про них не очень интересно. Мне вот интересна та история с занозой, которая в течение года от вас уходила, а вы ее держали. И прощали ей, и ждали. А что же в ней было такого особенного? Ну, не знаю. Молодая, наверное, да? Ну, молодая, не отрицаю. А сколько лет было ей? Когда? 14. Когда я женился или когда расстался? Когда женился. 16,5. 16,5. А расстались? 28. Долго, в общем-то, прожили. 10 лет. 16,5. 10 лет. Потому что вам все равно, кто воспитывает вашего ребенка? Не все равно, конечно. Ну, мне не важно, с кем она живет. А где живет-то ребенок? С ней. А где? А она где живет? Недалеко от меня, по соседству. А вы вообще в Москве живете? Или да. Нам нет, за городом. Скажите, Роберт, наверняка у вас даже на первом свидании возникнут какие-то вопросы к вашей избраннице. Вот у вас есть возможность сейчас их задать. Вот что для вас обязательно важно? Мне просто очень интересно. Все хорошо. о деньгах говорим. Критерии от 500 000 и выше. Да. А не хочется ли сделать самой? У меня определенные есть критерии, по которым я смотрю и оцениваю мужчин. Вот и все. Она неплохо зарабатывает, кстати. Мне не нужны чужие деньги, но я обеспечивать никого не собираюсь. Альфонсу не нужен, понимаете? Конечно. А вот для девушки достаточно только состояться в профессии, допустим, иметь приличный заработок, ну и все. Достаточно или нужно что-то еще, какими-то качествами обладать, чтобы на ней хотели жениться? Да. Какими? Ну, хотя бы есть, ну, такое банальное слово, женственность. А вам женственности хватает у Валерии? Вот вы бы хотели, как старший товарищ, соотечественник, ей, ну, что-то посоветовать? Она хорошая девушка, но не моя. Роберт, я знаю, что вам для сюрприза нужно пройти в свою комнату. Пожалуйста. Спасибо. Валерия, вам приготовили сюрприз. Проходите на сцену. Валерия, если я на тебе женился бы, я никогда бы с тобой не ругался. Решил бы все решить по-мирному. Только борьбой. На кровати. Шикар, как это смешно, я не видел никогда. Что ты думаешь по поводу этого сюрприза? Ну, смешно, весело. А как вам в новом теле? Не знаю, как-то вот, знаете, это говорит о том, как не хочу быть. Сразу аппетит исчезает. И смысл вообще этих подарков. Вы прелестная, совершенно прелестная пара. Если бы вы еще станцевали что-то, я была бы счастлива, если честно. А музыки нет? Ой, да будет вам музыка, только станцуйте. Все, танцуйте. Клево. Ну как, я смотрю. Ой, хорошо.
а с ней рядом, как смотрел сам бы. Ну, какие-нибудь пас сделайте, потанцуйте же. Всем спасибо. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, Ольга, вы можете со своим другом проходить в свою комнату. Ну, мне понравился сюрприз, например. Было мило, оригинально, необычно. И вообще мне парень понравился. Ну, не парень, мужчина. Ну, как-то вас он не вдохновил, судя по глазам. Почему? Я на него, например, возлагала все свои надежды, но, услышав о двух женах, двух детях, сестра-то у меня молодая, незамужняя, красивая. Вот, все бы ничего, если бы не прежние браки. А вы, Галина? Я даже не могу определенно сказать. Конечно, то, что он состоявшийся, это однозначно как бы уже видно по нему. Вот, в принципе, Валерии такой и нужен, в общем-то, мужчина. Смотря на как говорит про тебя, хорошо. Роза, ну, если я должна блюсти ваши финансовые интересы, то я продолжаю эту линию. Меня смущает, что человек без высшего образования, то есть там не закончено, является директором. Вот не вот кроется так повезло. Ли... Нет, не кроется ли здесь обман? Почему у тебя не закончено образование? Вы что делаете? А? Выбор был, или работать, или учиться. Я выбрал работать. Это относительно того, насколько у него доход больше 500 тысяч. Федот, да не тот. Роберт себя характеризовал так. Любит отдыхать, кушать, пить и кайфовать. Не отрицаю, кайфовать я люблю. Ты это знаешь. Ты у нас веселый, да, блин? Вот он мужчина просто, он не стал маскировать. Вот он мужчина, вот он такой. Либо нравится, либо не берите. Я думаю, что когда Валерия посмотрит нашу программу с собой в записи, она изумится. Ведь она фактически в вечернем эфире Первого канала танцевала топлес в этом костюме. Потому что там трусики-то были, а верха не было. Интересный, юморной, понравился сюрприз и своей необычностью, какой-то, ну, нетривиальностью, что ли, от вас. Требовался минимум усилий, всем было забавно. Да и не противный какой-то, он легкий, да? Он действительно легкий в общении, но он произвел впечатление человека, который вам способен оппонировать. Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Валерии встретиться с третьим женихом. Проходите. Меня зовут Денис. Меня зовут Валерия. Спасибо. Тебе. Спасибо, приходите. Нормальный лысенький парень. Он взрослый. Как-то он... Мы рады вас видеть. С кем вы? Это Настя и Антон, мои друзья. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Денис, 36 лет, владелец страхового агентства, мастер спорта по прыжкам с парашютом, мечтает открыть отель на берегу моря с вертолетной площадкой. Обещает каждый вечер баловать жену ужином, если она возьмет на себя мытье посуды. Денис бросил все к ногам возлюбленной, сделал ей предложение, а она ушла к другому мужчине. Надеется, что Валерия умеет ценить людей. Соединение Юпитера с Марсом в 10-м доме. Карьерист, классический, который от жизни многого хочет. Много потратили, я думаю, сил на то, чтобы вырваться из среды, из которой произошли. Каждый мужчина, который желает развить, не знаю, то ли дело своей семьи, то ли финансовую стабильность приумножить, нуждается в продолжении. И он также нуждается в женщине красивой, яркой, чуть-чуть доминирующей в отношениях, которой будет многое позволено. Я думаю, что вы хотели быть царицей. С ним вполне можете себе позволить. Роза? Прям завидую вам, Валерия. Мало того, что богат, ну, по крайней мере, декларирует. Но я думаю, него... вряд ли он зарабатывает 500 000. Еще и хозяйственный. Обещает жену кормить. Идеальное качество просто-напросто. Вот единственное, что если вы такой идеальный, чушь, у вас там девушки-то от вас убегали, жены, по-моему. Вот это надо разобрать. Нет, была одна девушка. Одна, да? Да. Чего бежали? От такой прям идеальности. У девушек было много, это озвучено.
Расскажите вот про девушку из Новосибирска. Ну, это были отношения, длились они 4 года. То есть... Вы ее забрали из Новосибирска, да, с ребенком, да, со взрослой девочкой уже. Мы жили вместе. Почему не женились? Потому что в один момент я понял, что я хочу быть с этим человеком, да, создать семью, детей, и, соответственно, должен для этого купить квартиру, да, чтобы нам было где жить. Правильно думали. Да, вот. На фоне всего этого ей нужно было уехать в свой город для того, чтобы какие-то документы сделать на жилье по прошлому браку. Да? Я сказал, что за это время, пока она будет жить там, я здесь куплю квартиру. И, соответственно, мы какое-то время провели друг от друга на расстоянии. Ну какое? Это сколько? Полгода? Месяц? Около 7 месяцев. Ой-ой-ой. На расстоянии очень сложно встречаться. У тебя был опыт? Опыт, да, был. Ну, то есть мы встречались довольно-таки регулярно. Я летал туда, брал билеты, она прилетала сюда. Новый год мы встречались вместе. Думала... Созванивались по 4-5 раз в день. Ну, в общем, когда через 7 месяцев встретились, почувствовали холодок, что нет, она... Встретились мы, ну, это последний раз. Когда она уже к вам в Москву приехала. Ну, она приехала, я показал дом, в котором мы будем жить. Да, и поскольку она любила жить возле реки, привыкла, вы тоже, да, возле какого-то водоема, да, построили, да, дом. Ой, как они благодарны, как странно. Да. Нет, почувствовали просто... холодок, в общем, что я она в кого-то влюбилась. Я почувствовал, что человек, когда последний раз она прилетела, ну, какой-то другой человек прилетел уже, да. Угу. Потом выяснилось, что у нее появился другой человек некоторое время назад. Все прошло? Точно не хотите вернуть? Точно нет. А доход у вас больше 250 тысяч-то? А эту информацию я как бы не хотел бы. Ой, Мил, ну тогда мимо пойдешь. Ну как это, родственник? Реально, реально хочет денег девушка. Конечно. Хочет подарочки там всякие. А девушка, когда пришла сюда, она себе ищет человека или мужчину с деньгами? Обеспеченного человека мы ищем. Так для отношений главное то, какой человек. Но сегодня она хочет мужчину, у которого заработок превышает заработок Валерии. У вас выше, ниже? У меня? Ниже. Да. Ниже. Да. Ну, вы человек хороший, верный, дом построили. Да я вообще не считаю, что отношения не мерятся деньгами. А их нельзя мерить. Нельзя мерить отношения деньгами. Нельзя. Поэтому да, конечно, изначально... счастье на деньги не купишь, но можно как раз это счастье, эти деньги же могут к этому счастью приблизить, понимаете? А если рассматривать ситуацию с обратного, что отношения и какое-то счастье, возникшее без финансов, может привести к материальному счастью? Хорошо, вы как за женщиной ухаживаете? Как вы считаете, вот маленький такой клатчик, ну сумочка такая вот, 15 тысяч, вы считаете это нормально или это все-таки роскошь? Не, ну если человеку нравится, то почему нет? Ну, свои деньги, тем более куплены, правда же? Конечно. А если на ваши? Вы подарите? Дарю. Ну вот, чего ломаешься? Не ломается. Он не ломается, просто не понимает, зачем вы устраиваете из этого огромную проблему. Вот завтра вас возьмет начальник и уволит. А у вас уже такой возраст, когда куда-то вас могут уже и не взять. Не стройте глазки, что это ваш собственный бизнес, и вы можете уволить только сами себя. Завтра может произойти все, что угодно. Поэтому немножко вы как-то себя подберите, подсоберитесь. Человек сидит хороший, не пьет, не курит. А я кушаю, пью, курю. Да ты вообще уже... Кайфую. Верный, рассказал про себя, дом построил ради любимой женщины на берегу реки. Вы этого не слышите? Что я слышу это. Я наоборот говорю, что мне наоборот импонирует Денис. Мне очень нравятся его внутренние качества. И мне кажется, почему бы и нет? Это все-таки деньги или качество мужские? Качество. Просто материальное. Это вы говорите, редко бывает мерилом, понимаете? Это вы, сестра. Мерилом этих качеств, которые ее и привлекают. Не раздражает вас вот меркантильные девушки? Раздражает. Молодец. Просто деньгами чувства не меряются. И... Так знаете, никто не меряет скажу, деньгами что, чувства, может быть, вы понимаете? Считаете ее меркантильной, но у нее никогда не было ни одного ухажера, который был бы супербогат, и она встречалась с ним. Ни одного. Ну хорошо. Может быть, тогда сюрпризом растопите сердце Валерии. Покажите. Валерия, умеем салатики готовить? Нет. Давай вместе. Давай. Пробуем. Какой огурец. Замуж тебе надо, Роска. Почему? Потому что это эротический салат.
Посмотри, посмотри, как он режет. Я мечтала всю жизнь так научиться резать овощи. Так, такой... я иду к вам. Я хочу повторить, я хочу это увидеть еще раз. Стоп, 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 стоп. Мальчик мой, я должна это увидеть еще раз. Фантастика. Даже я так не умею делать. Учись, студент. Давайте. Ай, молодца. И это криворукая. Слышь, хочет полмиллиона, полмиллиона. Такой парень. Ну, давай посмотрим. Да. Ну, что у вас? Нужна такая, ну, с такими понтами-то. Может, придете, мы вам найдем. Будем бороться дальше. За понты? За понты будем бороться, да. Год-другой она еще приплачивать будет за женихов-то. Я не буду приплачивать за женихов. Знаете, у меня всегда будет очередь, с которой я смогу выбрать. Не будем спорить. По местам. Пойдемте. Забирайте своего друга, он потрясающий. Проходите в комнату. Верю, что построил дом. Даже уверена, что какие-то там гвозди были вбиты вашими золотыми руками. Молодец! Что-то мы как-то так и не успели ничего вставить. Я так порывалась, порывалась. Нет, ну ты видела? Девчонки, ну вы видели? Я восхищена просто. Я верю, что он каждый вечер будет готовить жене ужин. Я думала, что это так, обещание даже для если не может. Вот я ему не задала вопрос про дурные привычки. Типа пьет, курит. Точно не пьет и все не видно. Курит. Все видно, руки не дрожат. Больной, что ли? Пьет, не курит. Не завидуй, Роза, чужому счастью. Ну как вам? Мне понравился этот и парень. Мне тоже понравился парень. Еще мне понравился. Потому что он не просто как бы остается на одном месте, он еще растущий. То есть вот у него есть и увлечение, он же мастер спорта там чего-то, да? Mm-hmm. В общем-то такой. Но чувствуется. И потом рассуждение действительно уже зрелого такого человека. Но предупреждает, что если разведется с женой, детей не отдаст. Молодец. Валерий, если мужчина до 35 не достиг определенного уровня, достигать дальше смысла нет. Если только жена не поможет. Да у него все будет прекрасно, Роза. А ты так одет, бедная. Сейчас ты так одет. Вы сейчас на все будете согласны, мои хорошие, а? К концу программы, потому что женихов уже больше нет. И выбирать не из кого. Уже готов под любого. Роза, понравилось. Знаете, тут дело даже не в астрологических суждениях. Просто Денис, по тому, как он размышляет об этой жизни, по его опыту, по его мировоззрению, просто похож на мужчину. Так можно сказать. Не про каждого героя нашей программы, к сожалению. Поэтому уже замечательно. Денис настоящий мужчина. Настоящий. Корене и Галина. Ну, кто же все-таки может разукрасить жизнь яркими красками вашей сестры? Мне понравились последние два парня, вот Роберт и Денис. Но Денис мне понравился более. Спасибо. Больше. Галина. Мне больше всех понравился Денис. Денис. Ну что, ты выйдешь за невесту, если она зайдет? Я думаю, нет. Мне нравится ее позиция на выбор человека, с которым она хочет провести жизнь. Роза? Вы знаете, Валерий, если вы хотите действительно выйти замуж за успешного мужчину, то есть за мужчину, который выглядит состоятельным и является таковым, мне кажется, надо быть последовательным в этом вопросе. Поставили этот критерий, нравится кому-то, не нравится, осуждает, не осуждает, вам жить. Ну вот если все-таки вы планочку опустили до 250 тысяч в месяц, то Денис вполне подойдет, потому что я не верю, что у Роберта есть такие финансовые возможности. Мне Роберт очень понравился, очень. Роберт, ты готов свои полмиллиона присоединить к Лерину? Конечно, да, но не да, знаю, нет. Ну, кофе попить я с ней обязательно должен. Ну, я думаю, что вы его не выберете, потому что и разница в возрасте, и разница темпераментов. Вы смотрели на него, как на шалуна мальчика. А Денис мне понравился, и мне кажется, что если вы немножко спесь свою куда-то в другое место, то будете вполне счастливы с этим человеком. Поэтому Денис. Спасибо.
Астрологически вам хорошо подходят мужчины воздушной стихии. Водолеи и близнецы, а значит Денис. Но можно рассматривать и Роберта. Если вы сделали свой выбор, то проходите к тому, кого выбрали, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям и отправляйте смс их номером по телефону 44. Георгий, 37 лет, номер 1896. Шофер-дальнобойщик. Ищет душевную женщину, которая станет неотъемлемой частью его самого. Евгений, 28 лет, номер 1897. Оперный певец. Ищет жгучую брюнетку с черными глазами, которая будет петь песни и читать стихи. Выйдет Валерия одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее решение. Здравствуй. О, здравствуй, милая. Молодец. Ну что, пошли пить кофе? Пойдем. У нас есть пара, Валерия и Роберт. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Когда идешь горной дорогой, периодически спотыкаешься. Но вот иногда так неудачно и так больно. Я еду своей любимой. А ты меня пойми, мне нужно домой. А когда уезжали, крокодилы сделали. Потому что, наверное, было постельное белье в куче трудно собрать после ваших ночей.